Я сам себе начальник, я сам себе и подчиненный. В чем вопрос? Я как директор, я сам себе ничего не плачу. Как я могу сам себе что-то платить? Зачем? Да, записываю. Поговори. Да, да. Ну, опять же. На самом деле, они лежат нахуй, вот, ну, вот, да. Они тянут, и все, не более того. Мы решим. Тоже взять. Ноги убери, ноги. То есть так вот ходили, да? Да. А вот это тоже такая же, да? И это хорошо. Потяжелее, да, можно? Можно. Вот что можно. Ни за что такие наказания. За то, что, конечно, с программой? С программой? А кто это применял, решение принимал, что так надо воспитывать? Руководство. А есть имена у этого руководства? Рис. А волонтеры, которые здесь? И волонтеры, которые, да? Да. Давайте снимем, что да, чтобы с вами стоять так долго. Шины у нас, ребят. Ну, то есть еще можно добавить, да? Ну, немножко. Сыра подходит, да? Да. А как там? У вас сосново стоит, да? Сосново, да, вообще. То есть в лучшем случае, если там 3-4 утра ляжут, то есть поспишут. 3-4 утра? А то сутки получается по 4 часа максимум? Да, ну, как раз сутки. А как, и будет или что с ними делают? Будет холодной водой делать. И чтоб не спали, да? И запрещено среди дня садиться, так понимаю, на кровать? А вот говорят, что там все, руки связывали чем-то, там ходили за веревочку. Да. Это, то есть все, кто находится здесь, называется семьей, правильно? Да. И если кто-то провинится, соответственно, ручки связываются, да, и как? Ручки связываются, и они ходят целый день или там неделю, в общем. Ходить и в туалет, и на прием пищи. И спят даже. И спят даже, да. Так? Ага, а вот шины, которые вот здесь представлены? Вот они носят, провинившиеся. Вот эти вот шины? Да. Каким образом? Тоже на шины, что ли? Нет, вот так вот хотел. И целый день ходит. Это с двумя? С двумя ходит. А если вот уронил или отказываешься что-то делать? Меня два раза купали от получаса до часа. Под холодной водой? Полностью как бы нагишом? Полностью голый в ванной, под холодной водой, голову вылетел в холодную воду. А контроль кто осуществляет? Волонтер, чтобы не было? Волонтер, стажер. И стажер тоже? А вот разговоры с родственниками как происходит? И просто тоже некоторые поясняли, что определенные фразы нужно говорить, что у тебя все хорошо. Да, да, люди говорят. И я ни разу не звонил, но люди говорят, ни в коем случае не говоришь, что вас. И все на громкой связи, да? Все на громкой связи, да. Если кто-то что-то не так сказал, последствия. Наказание для всей семьи или для одного человека? Для всей семьи. И для всей семьи. А еще что использовалось в качестве вот таких атрибутов? Говорят, кто-то дверь что-то там на носит. Двери носит. А, то есть снимается все. Снимается двери целый день, он носит двери. День, туда, два, сюда, три. Да. Везде вообще. Целый день. И спать рядом с собой ставят? Ставят рядом, да. Как вы думаете, помогает? Нет. И выпускать, и выпускать не выпускает такой. Да нет, какой выпускать. Нет, конечно. Короче, вы находитесь здесь практически как в тюремном заключении. Я хуже, по-моему. Ну а сами считаете, это вообще может быть такая программа помочь реабилитироваться? Вы добровольно здесь находитесь? Нет. Меня похитили. Похитили вас? А попытки часть побега какие-нибудь были? Попытки побега какие-нибудь бывали? Я думал, да, но тут невозможно. Кто-нибудь реализовал попытки побега? Нет. Вообще ни разу? Нет.
тут, если что-то сделал, то есть везде волонтеры ходят. То есть даже не обсуждались попытки? Ну, у меня обсуждались. После этого вас наказывали? Кто-нибудь докладывал о том, что у вас попытки были, обсуждения? Да. И после этого последовали наказания? Да. Да, я звоню, поясняется, что не стоит, короче, просить забрать отсюда, то есть... Родственников. Да, потому что вы можете не лелеять свои надежды, с ними работают, то есть, именно специалисты психологии, которые ему донесли все, что вы можете, ну, попросить так, вот, забрать, да. Таким образом, чтобы вас просто не слышали, короче, то, что можете, если хоть одно слово проронится, то есть, вы пожалеете, а потом у вас будут последствия серьезные. Вот эти высказывания все. А ты еще раз переписываем. В тетрадь, да? В тетрадь, да. А на потом... листочке сдаем им. Покажи про кастрюлю, скажи, как мы едим эту кастрюлю, да, если накосячим на кухне. А, и если кто-то не прав, то есть варят кастрюлю в перловке, садится в центр и ест, то есть травет его, ест, травет, пока все не съест кастрюлю. То есть 4-5 часов он ест ее. Информация на другого человека. Я подаю информацию о негативном поведении, то есть о плохом его поступке, допустим, там, не смыл за собой в унитазе, не заправил кровать и тому подобное. Здесь же, допустим, это я, это кто-то другой, это наоборот, допустим, там, я иду в курилку, у меня нет сигарет, там, у меня угощает сигареты, я это почувствую, там, меня вызывает, там, дружелюбие, там, туда-сюда. Ну, короче, хорошее, плохое. Короче, все.